Каждое утро Дмитрия Якубовича начинается с шума прибоя и шикарного вида на океан с 43-го этажа его квартиры в пригороде Майами. Уроженец Москвы в Америку переехал в 94-м. 20 лет жил в Нью-Йорке, а недавно сменил его на Флориду. Наверное, большая часть русскоязычных людей. То есть это вот Украина, Россия в основном. И здесь состоятельный народ живет. И в основном у них жены с детьми здесь, а мужья приезжают наездами. Такая квартира, как у него, в популярном среди выходцев из России и Украины элитном комплексе Beach Club Hallandale стоит больше миллиона долларов. Его соседи – бизнесмены, политики и звезды эстрады. Я хожу в парикмахерскую, передо мной там Дробыш стригся. Кстати, в том же доме, где живет Агутин, там же раньше была квартира у нынешнего мэра Киева. Кличко, насколько я понимаю. Анастасия Сикар из Эстонии на рынке недвижимости Майами работает 7 лет. Она показывает квартиру в одном из самых дорогих комплексов на побережье – Porsche Design Tower. Элитный небоскреб, особенно в цене, у выходцев из Восточной Европы. Изюминка этого дома, что здесь можно заезжать на своей машине прямо в квартиру. То есть вот мы сейчас сидим на 43-м этаже, и у нас машины припаркованы как бы здесь, в квартире, в гараже. Это очень, в принципе, удобно, это новое, это ноу-хау. Кроме этого, на каждом панорамном балконе джакузи размером с небольшой бассейн, мраморные полы, 4 спальни, 4 ванные комнаты. Арендовать такую квартиру площадью в 400 квадратных метров можно за 30 тысяч долларов, а купить за 7,5 миллионов. Но для покупателей это не проблема. Желательно, чтобы был вид на океан и на город, потому что ночью, когда ты сидишь в квартире, у тебя вид на океан, ты ничего не видишь, кроме луны и черной пропасти. А вечером, конечно, красиво, когда огоньки горят, и ты видишь соседние дома. Купить недвижимость в США, то есть стать инвестором, это один из способов получить вид на жительство, зеленую карту и в перспективе американское гражданство, рассказывает украинка Мария Гармаш-Бакума. Минимальная инвестиция – 500 000 долларов, а процесс оформления бумаг занимает 2-3 года. Вы покупаете квартиру, например, квартира стоит, давайте предположим, 750 тысяч, вы вкладываете в экономику страны 500 тысяч, эти деньги идут на независимый банковский счет, и на протяжении 2-3 лет человек получает и визу EB-5, и грин-карту для всей своей семьи. При этом он остается с квартирой. К тому же большинство покупателей недвижимости в Майами таким образом сохраняют свои деньги, заработанные в других местах, говорит украинка Юлия Короткова. По ее словам, в Майами приезжают только в отпуск. Постоянно живут здесь лишь 20-40% владельцев квартир. В большинстве случаев эти люди просто покупают здесь квартиры для безопасности своего капиталовложения. Стали проверять деньги. До этого их не проверяли, откуда они пришли. Абсолютно всем было все равно. Это хорошо для страны, в принципе, да. Кто-то привез несколько миллионов долларов, кому какая разница. Создали рабочие места. Вот. А сейчас все от 1 миллиона плюс, все проверяется. Но наши люди смекалистые, находят выход из любой ситуации. Много транзакций делается по частям. Хорошо, там у нас нет, но в Майами мы везде. Из Майами Мария Прус, Дмитрий Савчук. Настоящее время. Америка.